Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мылоопт. И сегодня хочу сделать обзор глины Гасул. Вес 30 грамм. Поставщик Марокко. Эта глина представляет собой такой мелкий порошочек. Вот такого цвета. Она довольно-таки распространенная в косметологии. Она прекрасно сужает поры. Предварительно их очистит. Поэтому у вас не будет черных точек. Они просто исчезнут. Также она действует как пилинг, прекрасно очистит, уберет ороговевшие частички кожи. Также она нормализует жировой баланс кожи, поэтому ваша кожа не будет жирной, будет красивый цвет лица, не будет никакого неприятного блеска. Также она немножко подтягивает кожу, поэтому действует как лифтинг. Ее можно использовать как отдельный компонент, например, в масках для лица, для волос, также очень полезно, так и с другими компонентами. Например, если вы добавите в глину Гасул тертое какао, тогда у вас получится антицеллюлитный скраб. Его просто можно будет нанести на проблемные участки, массажными движениями втереть, а потом просто смыть теплой водой. Если же вы добавите в нее, например, масло органы, тогда у вас получится прекрасная маска для лица и волос. Лицо не будет жирным, но и не будет пересушиваться. Поры будут чистыми, а волосы будут блестящими, уйдет перхоть. Кожа головы будет увлажненной, но тоже не жирной. А если вы добавите в глину Гасул еще и порошок или экстракт ламинарии, тогда это уже будет полноценный лифтинг. Он прекрасно подтянет кожу, это тоже можно наносить как масочку. Предварительно даже не нужно очищать, просто наносите, держите минут 15, смываете теплой водичкой, и вы сразу почувствуете эффект. Она также полезна для волос в целом, убирает жирность, посеченные кончики, волосы не будут у вас ломкими, слабыми, у вас будут красивые длинные волосы. Вот я хочу показать ее поближе, эту глину, вот такая вот она. Это такой порошочек, упакована у нас в пакетик, он хорошо закрывается, поэтому глина не высыпется. Вот такой порошочек, как вы можете увидеть. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте забегать к нам снова, ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!